Всем привет! Доехали мы до поворота на Нежинский, на маршрутке 104. Там у нас город в той стороне. Там у нас Нежинский, а мы путь держим сюда. До горы Кольцо. Вдоль трассы пройдем. Вот так идем по трассе, в общем, до поворота на гору Кольцо. Ну это сколько-то примерно? Наверное, километр полтора. В общем, там включусь я. Вот мы дошли до поворота. С улицы Промышленной. Какую-то экскурсию привезли. Здесь уже торговля уже началась. Тут раз такого здесь не было. Че, уже машины туда не пускают? Ну вот. Будем здесь ждать тогда весь народ. Дорогу тут сделали. Прибыли все. Привет всем. Привет. Идем на гору. А это не пещера, обвешенная. Это веревку, что-то? Ну да, носки. Сюда пока дойдешь, все мокрое будет. Спускайся, слушаешься, да, и домой. Ну да. Лички постоянно поют. Да еще и не слышно толком, чтоб пили. Им жарко, они сейчас ленятся тоже. Они поэтому в 4 утра уже. Они с утра, да, как начинается рассвет. Ага. И какой-нибудь тюлень-тюлень. Кто кого перепарит? Вот построили здесь новую дорогу. О, вас продают даже здесь. Тут стоянка, но закрыта пока. Пока реконструкция. Вот гора Кольцо. Сейчас мы до туда дойдем. Вы можете вот здесь наперед пойти. Вот. А я пойду там сниму. Или пойдемте там тоже. Вот у нас вот тротуарная плитка. Пойдем по тротуарной плитке. А там такой мини-рынок сувенирный. Новый построили. За счет курортного сбора. Вроде бы. Здесь была такая стихийная торговля. Кто на что гораст. Уже заканчивают. Типа торговая площадка, в общем, здесь. Ты типа сцена, что ли? Туалет, я надеюсь, тоже поставить здесь. А здесь может фонтанчик какой-нибудь? Не. Просто на клумбу сделают. Так что будет и здесь теперь торговля. Пойдем здесь подниматься. Что, гречку взяли с собой? Да, у них гречка. Сейчас отварим. Нет, это у нас дома. Я вчера хотела гречку отварить. Ветерок хороший. Я не люблю, все остались. Субботы.
Да, она вот она. Она почему кольцо? О, табличка у нас здесь. Что-то я раньше ее не замечал. Штраф 500 тысяч рублей. Ужас. Кстати, только что было видно Эльбрус. Теперь я что-то его опять не вижу. Вот прям облака на Роевой закрыли. Мы еще когда шли, прям думаю, хорошо видно. И тут раз за 10 минут все закрылся. Поднимаемся. Здесь, может быть, тоже какую-нибудь тропинку потом сделают. То есть во время дождя не поднимешься. Подниматься будем туда? Экскурсии проходят. Тебе кажется? Или брус не видно, как не знаю. Представляете? 10 минут назад было видно. Теперь не видно. Ну, большое седло видно. Видите большое седло? О, гора Паровоз. Там вот гора Рим. Красивый курган. Теплицы Нежинский. Поселок Нежинский. Да, красивый, конечно. Это Бургустан, хребет бургустанский. Вот это? Да. Идите сюда, буду показывать вам. Вон гора Паровоз. Ты спрашивал? Вон, видишь, вот такая длинная полоска? Длинная полоска, вот видишь? Ну. Вот это гора Паровоз. Вот это Паровоз? Да. Вон там вон площадка, вон вдалеке. Угу. Такая, видишь, как бы плоская? Вижу. Это гора Рим. Это красивый курган. А это курган такой. Ну вон, видишь, это пик такой. Холм такой, да. Да, самый высокий. Это Нежинский. Как называется? Вот поселок холм. Нежинский. Это форелевые озера вот эти. Не приезжали мимо, там было. Вот форелевые озера. Да? Не пускай. Там новое озеро дальше. Это дача. Зачем дома? Шикарные. Дома жилые. Вон, смотри, этот большое седло. Малое седло, вон кусочек видно. Кусочек, вон видишь, здесь спорткомплекс, чуть правее. Вершину одну видно. Видишь, что? Нет. У меня там 5 вершин, я не пойму, как это. Седло, вон как седло, видишь, большое седло. Нет. Ну. Пошли взбираться туда. Я выше. Кто хочет, тот может не взбираться. Сейчас мы поднимемся. Спасибо.
Немножко скользко. Все, забрались. Спасибо, ты большие ноги. Сейчас увидишь. У меня просто наверное, руку. Пошли потихоньку. Смотри, только аккуратно здесь. Обычно всегда попадал сюда, когда не было народу. Сегодня много. Здесь, конечно, не каждый здесь сможет лазить. По-моему, они даже не залезут. Варю потихоньку. Руку давай. Вот эту давай руку. Пошли. Залазь. Вот такая вот достопримечательность. Ветры выдули отверстие в скале. Можно и наверх забраться, в принципе, при желании. На камешке. Сейчас мы там внизу будем ходить. Вид на Кисловодск. Такие дубы. Можешь еще поставить единичку? Там сейчас 0,6 увеличение. А? Я просто поставил 0,6, когда тебя набрал. Какой вид. Вот такой вид с этого ракурса. Все, спускаемся потихоньку. Вот сюда? Кто нас там ждут? Кто не захотел лезть? А что тебе понравилось? А они не захотели лезть. Смотри, аккуратно здесь. Я обратно не выйду. Пойдем выше.
Атас, Атас, мы идем, вы что? Все, тут... что ли? Да. А где кольцо? Мы вылезли вообще. Как где кольцо? В кармане? Вон на пальце. Мы идем в кольцо фотографироваться, ты что? Ну идите. Может, вы долго идете, мы уже там все профотографировали. Ты не шустри, Сереж, ты его придержи немножко, то он так быстро... Я держу, держу его. В опасных местах. Вид изнутри. Смотрите, здесь кусок приклеили, метку. Вроде пока не отваливается, да? Вот этот пласт может рухнуть. Так, сейчас будет контент. Торжественный спуск с горы Кольца. Леня! Да он сам спустится, вы, главное, давайте контент. Что, здесь я жить буду? Да, я так понимаю. А на ком же? Сема, нет, все, давай попробуем. Не надо, там есть кольцо. Держи папу. Там будет плотно. Там скользко. Вот, помнишь, сейчас. Одна нога впереди должна быть, одна сзади. Слышите? Вы не двумя ногами, а одна нога должна впереди быть. Посмешнее сделать. Естественно, чем смешнее, тем лучше. Ты еще за мной подниматься сейчас будешь, что мне руку будет давать. Уважаемые подписчики, да? Да. Сейчас будет контент. Залазить всегда легче, да, чем слазить. Давай, иди. Потихоньку, одна нога впереди, вторая сзади. Он по объездной пошел. Ладно, спустились. Теперь мы будем сейчас. Меня никто не будет снимать, как я буду падать. Саду рукой, смотри. Ты что, мне руку собрал задавать, что? Отходите, отходите, мне прыгать некуда. Прыгнуть тебе надо? Конечно. У меня задница, я не задевал задницу. А вы что не полезли? Я боялся, что я не спущусь. Ну мы тебя спустили бы, помогли. Залезть можно, а вот слазить уже прям проблема. Я помню, как в тот раз слазил. Пошли, Стасна. Что, встали? Что-то падает оттуда уже. Что-то скидывает уже оттуда. Ручка, что ли, какая-то? Ручку кто-то или карандаш? Карандаш скинули. Да.
Пойдем с той стороны, там нормальные фотки будет. Тебя сейчас задница будет сядь грязная. И шеи. Сюда и как для этого чтобы можно не было быть грязными. Ага. Нас приходили. Мам, давай в пол. Куда мы идите, залазьте так же. Прям хороший сегодня. Здесь такой лес. Сосновый бор. Форели у озера, там чуть подальше. Новое озеро. Так, теперь мы идем сюда по тропе. Пойдем, там прогуляемся. Не сливовое, а алча, по-моему. Да, я помню. Ветер хороший прям. Конечно, бывает. Метра 4, наверное, в секунду. Там слышите, как щебечут птицы в зарослях сосновых. Опять ноги не побрызгали. Ну, я только сейчас хотел сказать, и ты вперед меня сказал. Можно, в принципе, было бы наверх забраться там сверху. Я что-то забыл вам сказать. Ну ладно, мы уже здесь идем. Красиво там, грот. Красиво. Пойдем. Это боярышник. Ай. Там прям на хороший микрофон звуки прям позаписывать внутри леса. А что-то я не вижу этой. А это орех. Что за дерево непонятное? Никаких плодов нет. Подожди, а по-моему слива здесь и была, да? Я помню, мы даже срывали, ты пытался пробу снимать. Вот. Ну, она кисляк, по-моему, был. А вот это не шалфей? Похож. Кстати, да, вон. Понюхай, кстати, да. Очень. А? Вот. Что растет? Ну да, вот, понюхай шалфей. Ну да. Не знаю, мне этот шалфей вообще в чае не нравится. А он такой. Его чисто зубы полоскать, да? Только. Да, да, да. Ничего, а он чебрец, смотри. Вот чебрец. Вот, смотрите. Что, да. Давай, нарвите хоть куда, в чай. Куда подавали. Складывать? Пакетов нет. Вот, видишь, сколько его? Куда складывать? Сумку накидаем? Да есть там пакет. Он может мне в карман, в рюкзак просто кидать. Даже, мне кажется, больше, чем там. Или сейчас на солнце, потому что... Да здесь просто он разный сорт тоже, видать. А там еще его больше. Там еще его больше. Вот, смотри, какой зараз. Да я вот. Ну, в сумку кидаю. Да, он сейчас помнется, у тебя в сумке бутылка, да и все.
Да пускай мнется, вы все равно сушите. Да вот этот синий, по-моему, это и есть шалфей. Да вот шалфей, вот. Ну да, его полно здесь, вон мышей. Ну, он такой. Я его набрал, мы его так и ничего не делали. Ты его не сможешь, его только вот когда вот что-то горло или что-то болит, когда... Чай я добавил, вообще такая муть. Он очень такой же дрёный. А вот, по-моему, молча, да? Только что-то я плодов не вижу. А, они еще нормальненькие, зеленые. Пошли. Или набирать будем? Я вот набрала. Ну это горный, они же там полно всяких. Ничего еще будет осенний заход малины. Найдете малину. Пакеты пойдем. И миска, и сара. На, просто забирать мать. Вот орехи, смотрите. Вон уже крупные. Орехи пошли. Собираем. Еще не поспели. Смотрите, сердцеполох. Колючка. Бабочка, бабочка. Тихо, тихо, тихо. А нам так понравилось. Блин, да что ж она улетела. Потом полить вам фотографии. Да? Она мультик нашла, там ой, какой там тенек. Боже мой, прям туда меня тянет. Здесь ракушек полно. Куда вы пошли? Вот здесь пойдем. Куда? В этот. Потом мы сюда не будем возвращаться. По порядку пошли. Бабочка скользкая. Тут пикник. Костер тут жжет. Бычок покатывал. Папа, где у тебя это? В рюкзаке. В каком кармане? В маленьком. И тут уже что-то ели люди. Они везде едят. Везде. Пещерные люди же. Это да. Может первобытный человек был. Да. Сигарет свой. Угля точно нет. Пощупай, вдруг этот оптический обман. Песочек прям, да. Тут на разной высоте разный грунт идет. А мы идем назад дальше. Назад возвращаемся? Нет. Дальше идем. Что нам там взаду делать? Налево. Стрижи, он летает. Точно дождя не будет. Не будет? Низко летают. Только в субботу будет там маленький. Вперед ты пойдешь? Пошли вперед. Не снимать голову впереди. Здесь прям прохладненько. На кого? На бычка. На сышку?
Здесь только на шишку можно ступить. Грибы, смотри, есть? Сейчас еду. Там сосны наверху видели. Че, вы вчерашнее видео посмотрели? Нет еще. Ага. Не, вот здесь нормально, да, прохладник? Ага. Чем на солнце. Сегодня, по-моему, 29 обещали. Будет. Максимальная температура. Вот там грот. Пойдем в грот. На что похоже? На кабана? Здесь так прям цветы вот эти вот полевые пахнут. Вот грот какой. Целая квартира. Трехкомнатная. Смотрите, там какие. Меньше и меньше надписи. Ну да, сюда уже леним идти. С карандашами. Тут ласточки гнезда свои делали. Да. А может нет, я не знаю. Какая дыра? Это грот. Двоечники. Идем дальше. Ты первый. Ой, вышли из затмения. Какой здесь ветер? Нет. Выше пойдем. Ай. Да блин. Зацепился нафиг. Отцепите кто-нибудь меня там. Короче, я зацепился. Все? Так, здесь аккуратненько. Рюкзаком сбился.
Тут офигенское фото получится. Вот здесь вот. Давай, поработай. На камень залазить? Да. Пап сказал. Вот сюда идите. Давайте аккуратненько, ладно? Да. Да туда не залазь, прям наверх. Он, кстати, очень здесь профессионально умеет сфотографировать. Мешает, да, вот это? Это мешает, да. Что там дальше? Ну, 5 сделал, хватит. 7. Ну, а все, у меня столько. Куда нам что? Не, у меня вот эти далеко лучше, да? Нет, там они не пройдут. Ну, пахнет чудесо. Нет, здесь что-то другая трава какая-то пахнет. Я вон ту желтую понюхал, не она вроде бы. А? Алча, смотри. Алча, да. Да, ее полно. Какая там это? В том году полно ее, кстати, было. В том году мы на самолете помнишь, срывали в море. Везде зеленая была, а там была прям спелая уже. Вкусная была, да. Прям сладкая. На каком самолете? Да где самолет у вас? Ну, поднимались. А, там что? Площадка, да. Возле озера что? Да. В конце месяца иди, там уже будет спелая. Ну что? Пошли здесь. Выберем пока. Мы отделим там? Да. Здоровье набирает плату. А мы вот ходим по бассейну, по спортзалу, по футболу. Там, блин, все, кто видео смотрит, все завидуют, говорят, молодцы. Так и надо. Да? Нам. А мы тут мучаемся, ходим, да? Вон, смотрите, на том камне мы были. Балдежный ветерок такой. Даже хорошо, что ветерок, да? Так бы жарко было бы. Вот здесь бы мы и спустились вот так вот сюда. Так, хотел здесь камни снять. Эти вот прикольные. Они же когда-то тоже рухнули оттуда сверху. Да? Как будто кости динозавров лежат. Вот еще грот какой, смотрите. Если мы поверху шли, мы бы это не увидели бы все. Березы тут немножко. Нормально, правда, здесь березки так смотрят. Че, как вам это место? Я имею в виду вообще не это именно, а вообще.
Чуть-чуть по-другому, да? Чем в Березовских там. Можно вот туда пойти. Или там. Давайте где-нибудь чаепитие устроим. Чаепитие. Вот здесь, например. В этом гроте. Мы же хотели на озеро. Ну мы пойдем потом. Мы и так в сторону озера. Мы в сторону озера. И идем, в принципе. Давайте здесь чаепитие устроим. Здесь, на песочке? Да вон можно на кирпичи присесть. Устраиваем чаепитие, да? Все, перекусили, пошли. 1 километр? Лавочки, чаёвчик. Да мы вообще ничего не прошли почти. Тоже какими ощущениями? Я хотел сказать, 5 километров прошли. Да нет, вообще не прошли. Мы еще 1,5 километра шли, вы хоть ехали. Туда я хотел. Ну ладно, не пойдем. Не хотят. Ну, ты что, шляпу забрал? Ты сказала, что ты не надо. Я думал, что ты не оставили. Нет, надо не оставили. Когда идет, я ему одену. Это тебе опять? Ну, вот это короче. Когда завязываешь руки, не надо на тропинку ставить. Ну, завязывай, у меня в камешку. Тем более камешку. Нет, туда пойдем чуть-чуть. Там пройдем. Да? Да. Похолодание 30 градусов всего? Да. Ты знаешь, Оль, мы с Белоруссией созваниваемся, она говорит, вот жара, 30 градусов, кошмар. Да. Я ей говорю, Лен, а когда у нас 30 градусов, мы просто отдыхаем. Для нас это вообще как кайф. Вот 40 это да. По-другому воспринимается. В Москве 28, они там от солнечных ударов в больнице переполнены. Да. Сплетухи все включают там уже. Сегодня 30, слава богу, как хорошо. А у них там один на гритарских камерах с кислородом. Нет, ну где мы были? А так, что там за цветы какие-то торчат? Где мы были? Я что-то оттуда не видел. Пойдем сюда, вот здесь я не был. Куда-то тропинка идет, а куда? Нет, там в дебри уже. Дебрюки. Лучше пойдем туда дальше. Тупик. У нас нет маршрута, мы идем первый раз здесь. Да. Ох, ветерок какой здесь. Прям нормально. Продувает.
Здесь я уже не был. Какая-то букашка на меня села. Перелом такой, смотри. Где-то над нами самолет идет. Ну, сейчас уже поворачивать будем направо. Похожее место, как вот там ближе к этому, к автовокзалу. Прям примерно так же здесь. Тут же такой поворот. Какой здесь? Что-то я крапиву задел, у меня теперь палец болит. Смотрите там, крапиву осторожно. Где-то вот здесь сейчас. Что уже? Ногой куда-то, да? Ну правильно, в шорты. Я же говорю, в шорты не одевайте. Чего в шорты все время одеваете? Тут что только нет. И крапива. Не будет. Наоборот, в шортах жарче. Солнце тебе попадает на кожу. Я тоже там задел сейчас. Вон палец на левой руке прям болит. Чего нога? Ну вот, поэтому шорты не надо было делать. Шорты это дома ходить только. Кто-то сейчас лежа на диване вместе с нами гуляет. Да? Камень здесь. Дерево на нем выросло. Смотрите, мох какой. На камнях. Мох мохнатый.
ромашишки. Совсем все по-другому, да? Не как в Березовском. Или в Аликоновском. Здесь же где-то родники должны быть тоже. А где? Никто не отзывается. Сколько там еще до озера? Еще? Километра два? А что, купаться ходить? Да. Так у вас плавок нет? А я даже не знаю, где там кто купается. О, здесь растерзали кого-то. Лисы растерзали голубя. Ну пойдем, будем искать тогда, где можно купаться. Я там примерно знаю одно место, но не видел, чтобы там кто-то купался. Так, куда лучше? Наверное, сюда лучше, да? Ромашишек сколько здесь? А вот эти все орехи стоят. Вот эти, в том числе вот эти вот засохшие ветки. Почему-то они вот наполовину, короче, померли, наполовину живые. Почему так, не знаю. Вот садоводы, огородники, сейчас мы у них спросим. А вот тысячелистник. Господа садоводы, огородники, отвечать на вопрос будете? Какой? Почему вот эти все орехи древнегреческие сверху вот засохли, а на середине и снизу они живые? Почему так? Наверное, влаги больше внизу. Нет, вот смотри наверх, видишь? Вот это все орехи. И вон там тоже. Больше. Там ветра, может, выдувает, высушивает, понимаешь, нет? Да не должно так быть. Почему? Почему именно в этих местах? Везде в других местах он полный, полный зелень. А именно вот здесь почему-то так. Это я еще с того года заметил, когда орехи здесь собирал. Нифига, нет, не зависит. Там тоже лэп идет на этом. И ничего почему-то не этот, не изменился. Тем более лэп-то там, вон дальше, нет лэп никакой, 1,50 м. Здесь вообще еще хуже, вдали от лэп. Вон они все здесь. Короче. Ну они хоть не это, не погибли полностью. Вон все подряд, все прям. Наполовину, короче, зеленые.
Сейчас мы уже скоро пойдем на Козел. Магазин тогда не пойдем в рыбный. Вот смотрите, здесь вот Лэпл, она далеко. Как? Ну этот, линия электропередач. Вот смотрите, видишь, все, короче, макушки, все подсохли. Там, где автовокзал, там тоже ореха полно, там вообще проводов нет. Ну, а почему тогда? Поблизости. И тоже так же. Ну а почему каштан пропадает, Сереж, весь? Короче, никто не знает ответ на этот вопрос. Ай. А это не земляника вот эта? Нет? Может быть. Где садоводы, огородники? Садоводы, смотрите, это не земляника вот эта? Видите, он так вот. Вот это. Вот это земляника. Ну что-то ягодки только вроде не видать. Ну да. Ну, а вот ягодки, смотрите. Где? Вот она земляничка. О! Она маленькая, она как клубничка. Смотри. Да. Видите, вот она, видишь, как клубничка. Она белая еще, короче. Но она не поспела, да. Ну есть, я ее не решусь. А, вот и не сладкая, наверное, да? Да, Семен, она должна быть... Можно съесть, думаете? На, попробуй. Лёнь, Семен. Вкусная. Да? Можно есть. Да, конечно, можно. А, вон еще есть, смотрите. Ты тут ее кто-то съел? Ой, сахарная прям, она вкусная. Да? А, сладкая? Она... Была бы она одна ягода килограмм. Клубника? Ой, покажи. Покажи. Как клубника, только мелкая, видишь? Блин, я вообще не вижу, что я снимаю. На. На самом деле ничего не вижу. Ай. Пойдемте вот здесь. Что там, где дорога не идти? Это прям. Ну-ка, этот трав пахнет так, нет? Нет, не она. Чувствую запах какой-то травы. А не пойму какой. В общем, здесь все такие орехи. Вот прям. Участок вот этот весь. Без листьев вверх. Наверное, один год какой-нибудь был, это воды мало. Прошлый, позапрошлый, может быть, из-за этого. Не хватало воды, они до макушки. Они вымерли, ветки эти. Так, мы не прошли там случайный поворот на Нежинский. Я думаю, еще нет. А может и прошли. Пойдем смотреть. Наверное, прошли уже. Да? Сейчас посмотрим. Блин, точно прошли. А я думал, не дошли мы. А вон куда там повернуть. Ладно, вернемся чуть-чуть. Мы чуть-чуть прошли. Чуть прошли, нам вон поворот надо. Мы хотим на новое озеро попасть. Я, в принципе, только вот здесь вот знаю, а там я не знаю, там какие-то всякие разные предприятия. И я там не знаю, как попадать на новое озеро. Здесь все-таки, наверное, ближе будет.
Чуть-чуть прошли мы. Метров 100. Ладно, сейчас до поворота дойдем, включусь. Вот повернули на Нежинский. Идем в сторону Нового озера. На блоке повезли. Все ступает. Какой вежливый водитель. Тормоза у него, наверное, плохие. Поэтому он так едет медленно, с такой нагрузкой тем более. Milky Way вон. Под ноги надо смотреть. Смотрите, вон эти ретрансляторы на горе. Пошли. Транспортные. Это как будто заправка какая-то, наверное, была, да? Заброшенная. КамАЗ прям едет 5 км в час с пеноблоками. А? Здесь как темно прям там внутри. Приближаемся к озерам. Вот тополя что-то тоже такие пирамидальные. Какие-то полупогибшие. Тоже вроде не погибли, но сухая ветка есть. Что у этого, что у того. Как и у ореха, в общем, болезнь. Может, здесь какая-нибудь радиоактивная зона?
заброшенные. Блин, машин как много здесь. Так, я посмотрю, где нам лучше пойти. Это может быть дальше пройти. А, в принципе, и здесь можно пройти. Да, сейчас пойдем. Это как бы не озеро, это, по-моему, этот заливчик небольшой. Вы пришли? Я уже выспался тут. Это новое озеро, что ли? Она еще не озеро, она озеро там дальше. А выглядит как старое. Вон там форелевые озера идут. Там дальше. Короче, в магазин не пойдем рыбный, потому что он... Не, нам мы за рыбой не собирали. За суповым набором форелевым. Пойдем к речке. Пойдем. Ну вот, типа, да. Там за деньги можно рыбу ловить. Нет, потом жарить. А, не знаю, я не помню, я снимал как. Не помню, сколько там цена была. Они говорили. Надо видео пересматривать. Стрим какой-то у меня там был. Не знаю, мы сейчас сами будем искать. Сейчас посмотрим, где люди купаются. И там мы не будем купаться. Заброшка какая-то со свалкой. Какой-нибудь, наверное, был этот. ЖБИ, ЖБК. Не, вот здесь нельзя купаться, здесь надо там, дальше. Вот это лужа, запах такой. Рыболовы, в общем. Такое белое пятно здесь на реке. Да. Смотрите на Бургустан, какой здесь вид. Нормальный? Это еще не озеро. Это какой-то охладитель атомного реактора. А что здесь с деревом произошло? Непонятное. С ивой. Он над ним так поиздевался. Все, обрезали, отбери. Не, фу, какая-то здесь неправильная вода. Нам озеро там вообще дальше. Туда пойдем. Почему?
Не. Охладитель ядерного реактора. Чаком он какой растет. С пухом внутри. Что, устали что уже? Нет. Сколько мы? Километр полтора прошли? Сколько? Три. За три вообще это мало. Это вообще ни о чем. Это мы еще не ходили. Это легкая разминка. Тоже ивы. Чего они так сильно отстали от нас? Они хотят заблудиться? Я слышу голоса где-то детские вдалеке. Скорее всего, они там купаются где-то. Сейчас где они там? Ждем-с. О, гора Кольцо, откуда мы идем. Вон, смотрите, видите, белые вот эти горы идут. Ага, уже видишь, это грунт. Ага. Грунт меняется как. Да, да. Здесь внизу песчаник, там уже это, известняк. А пошли. Мы когда и на ту гору тоже поднялись, там было. Тоже рыболовы здесь сидят. Пацаны. Что, есть рыбу, что ли? Конечно. А что здесь, караси? Окунь, карась, щука, красноперка. Откуда они сюда попадают? Как откуда? Рождаются. Запускают, а потом... А мы здесь пройдем там, где искупаться можно? Пойдемте сами, мы сейчас туда идем. А, там можно, да, искупаться? Ну, дальше там озеро. Ну да, мы туда и идем. Пройдем, да, так? Ну да. Пойдем, скажем, что-то такое. Ну, короче, вот здесь, да, и направо. Да? Сейчас. Лучше. Там можно направо, можно по прямой. А. По прямой там чуть-чуть быстрее. По прямой нам лучше. Mm-hmm. Побыстрее, да? Вы уже устали? 3 километра прошли? Не, нормально. Мы же не в гору вроде бы. Не, очень хорошо. Прямо, это в гору. Что, ветерок, что нормально? Ветра не было, жарче было. И сколько вы здесь находились? Все, решили, что клево не будет? На новом озере лучше клев, да? А здесь не купаются в этой? Это вообще что вот это такое? Здесь ил затягивает. Отстойник? Надо какая-то... Мне не понравилась вода. Ну да. А вы на что ловите? На червя? Я на воблера. А. Ну, опарыша, я сразу.
А на форели вы платные, да, рыбалка? Да. Сюда отдыхать приехали. Ну да. Откуда? С Волгограда. Не так уж и далеко. Ну да. В Волгограде весной был. Половили тоже. На рыбалку ездили. Что поймали? Карасей? Вобла. Вобла две бочки. Наловили. Сазанов пару штук. Прям в самом Волгограде были, что ли? Да. А что, в Астрахань не поехали? Там же больше рыбы. Мы на обратном пути заехали. Ага. Когда уже домой уезжали. А вот это все как бы новое озеро считается, да, вот это вот? Здесь вот этого не было, здесь была вода. Вот там мост, и вот это вот почти под началом моста там вода была. Ага. А потом она куда делась? Форель тоже есть? Здесь? На форели вам? Нет, вообще здесь, в этих. Или здесь такая только? Нет, в озерах нет, в реках есть. А она что, не впадает этот подкумок сюда? Впадает. Там просто приток. Ага. Небольшой. Ну вы форель ловили вообще сами-то? Я да. Подкумки, да? Крупная? Ну, нормально. Что-то сколько глядел, ни одной рыбки не видел, чтобы там проплывало. Там же течение быстро плывет. Это прямо вот здесь, в черте города ловил? Или где-то там дальше? На замке. Ага. Замок Коварса любишь? Да. Там же этот, Аликоновка. Ну, Аликоновка, и она Аликоновку впадает в это. Ну, сюда, ну, оттуда сюда. Под кумок? Да. Ага. Здесь папа ловил. Ну вообще рыба есть, да? Судя, смотрю, сколько рыбаков. Да. У нас там тоже немало. Ну да, было. Сейчас уже тоже все уменьшилось в разы. А что вот за грибки вот эти вот стоят? Это дети. Песочницы. Чего здесь? Песочницы были. Здесь лагерь какой-то был? Здесь кафе, вот это кафе. Оно открывается, мероприятие когда проходит. Банкетный зал, кафе. Ага. Ну, песочницы не от кафе же, а что-то другое, наверное, было. Я так думаю. Они уже давно стоят здесь. Меня еще не было, они стояли. Ну да, видно, что они там с советских времен еще стоят. А здесь там в одном месте только можно купаться, да? В Новом озере или еще где-то можно? Ну, там два, там есть два пляжа. Они как бы с этой стороны, да? А не да, с той? Не с той, с этой. С той стороны там везде коряги, деревья. Угу. Купаешься нормально. А воды все время такой уровень, да? В озере? Или бывает больше? Ну, я понимаю, что больше. Угу. Да, наоборот, спускались. Недавно спускали, чистили. А как чистили-то? Ну, труба засорилась, они ее чистили. Слили, подслили воду и просто пошли, трубу прочистили. А где сама труба эта находится? Честно говоря, не знаю. А здесь же березовка, вот здесь в этот подкумок, да? Где-то здесь в этом месте. Да вроде да. Точно не могу сказать. А вот это что за эстакада? Это мост, что ли, хотели какой-то делать? Ну там было. В основном это делали, по-моему, для прыжков. Люди вот прыгали. Вот. Вон там, где в конце, вот почти по самый верх вода была.
раньше. Да? Чего же так слили-то они сильно? Честно говоря, не знаю. Это когда? Лет 10 назад? Нет, больше. У меня еще папа маленький был. У меня папа сейчас 40 лет. Папа еще маленький был. Где-то моего возраста. А мне сейчас 15. Ну его, по-моему, построили. В начале 80-х сделали озеро. Выкопали же. Оно же искусственно. Ну да. Создано. А старое озеро... А, ну вы не знаете, вы же тогда еще не были. Старое озеро? Ну да. Там вообще рыбу ловили тогда, в те времена? Нет. Я еще там не ловил. Потому что там... Она была там, потом ее... Лет 20 она уже как бы его не было там. Так, они там чуть сильно отстали прям. А просто на червя ловили хоть раз? Уже догнали. Вы уже купались в этом году? Да. Купались в этом году уже? Да. В озере? Холодная вода? Ну, не особо. Сейчас вроде нормально. Но в старом озере холодная вода. Там попрохладнее, да. Здесь, наверное, нагревается все-таки. Там как проточная, а здесь как бы... Зимой на коньках на этом озере тоже катаетесь? Нельзя, запрещено. Запрещаю. Да? Да. Провалиться можно? Много было случаев. Вот, когда, ну, этой зимой... Этот мужчину вытащили из-под льда. Живого? Нет. А-а-а. Два дня там пролежал под водой. Лед растаял, его вытащили. Лед недостаточно крепкий, короче, да, поэтому? Да. А у нас зимы такие, что один день пойдет снег, поморозит, а на следующий день тепло. Ну да. А у вас в Волгограде зимой как? Ну, намного холоднее. До 30 градусов мороза доходит, бывает. Не, у нас не было такого, у нас максимум. Минус 10. Ну, я помню, был один раз минус 6. Днем, да? Ночью, да, минус 19-20 доходило и все. Но все равно не так чувствуется мороз. Да. Откуда пешком идете? Мы с этого, с горы Кольцо. А, нифига себе. Че? Да это мало. Мы на малое седло тут расходили туда-назад. Намного дальше. Это да. Здесь-то по прямой считать. А там вверх еще ползти. Я туда на велосипеде катался. Я тоже. Велосипед сюда поломан немного был. И иногда цепь слетала и застревала в этих. Со звезды падала и застревала между педалью и звездой. А ты как, через парк или через Белореченск? Через парк. Ага, ну тяжеловато, конечно. А где сюда? Где? А вот. Блин, не успел. Ну вижу, что-то там прыгает, а. Зеленая, короче, да? Да. А все, она сбежала. А змеи здесь есть? Да, есть. Но на озере, да. Такие ядовитые гадюки? Нет. Ужи. В основном ужи, да? Угу. Ну, они безвредные. Здравствуйте.
там сейчас вот по этой дороге, вот туда, это вы увидите, там первый пляж здесь, а другой пляж там дальше. Еще дальше, да? Да. Здесь на этом больше людей, да, чем на том? На том обычно больше. Значит, здесь лучше. Нам просто не туда, нам туда. Вы там будете рыболовить. Да. Ну, спасибо, что провели. Счастливо. Вот здесь пошли. Я в принципе сюда вас и вел. Да. Вот новое озеро. Смотрите, лебеди, лебеди. Лебеди, вот я их снял. Вот раз я их не застал, когда вокруг озера ходил. С детенышами, смотрите. Привет рыболовам. Есть что-нибудь, что клюет? А вы что снимаете? Лебедей вон. Mm. Их два только здесь, да? На озеро? Или еще больше есть? Нет, нет. Только двое. А и детеныши их, да? Есть дебилы, а детеныши у них серые. Может, не потом готовится. Ну, идет он упал. Там еще какой-то утенок плавает, смотрите, чуть подальше. Утята маленькие. Они, конечно, есть будут, но им нельзя давать. Чуть-чуть можно, много игла не давай. Гопники белые. Вот это мы дайте. Ловите, ловите. А она не ест. Они кусистенькие такие. Не пух, лебяжи. Смотри, она шипит, шипит на нас. Близко не подходите. Не, мы не будем. Все, вот на этом месте оставайтесь. А утки тоже, смотри, ловятся. Вон уткам, уткам можно, кидай уткам. Ой, какие утята, не долетает след. Фу. Ты не снимаешь. Нам больше нечего давать, кроме хлеба, поэтому... Извините, колбасу вам. Помидорку можно, помидорки? Овощи? Не знаю. Ну, а это же овощи. Ну, давай попробуем, если едят, значит, можно. Он все равно хлеб дает. Шипит, главное, и это. Лебеди? Да, лебеди, знаешь, не ложась. Капотик, ходи палку. Пусть тебе это сидеть. А маму не надо, чтобы сказали. Помидорку? Да. Да, мама, папа, смотри. Хлеба тоже не надо. Уйдет. Вон они все подряд живут, по-моему. Прямо дом все вывалит. Даже не нюхают. Прям с рук берут. Им какое-нибудь, мне кажется, зерно надо, какую-нибудь пшеницу там такую. Овес. Собаки и лебедей пришли гонять. Смотри, 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 смотри. Ты промахиваешься, лавин помидор утонул. Никто не знает, все их хлебом накормят. Да. Ну чем она будет голодной, пусть хотя бы хлеб поест. А что они вообще кушают? А что они едят? Зерно. Загуглить надо. Нет, зерно это... Людей вокруг очень мало. Кто им все время зерно будет в давать? В гугле наберите, чем кормить лебедей. Что они вообще ждут? Они в природе какое там зерно едят. Они вот тряску всякую там. Да они 100% здесь одним хлебом не питаются, наверное. Смотри, какая утка у нас с белым носом.
Белый клюв, сама черная. Ага, нам на канал, давай заберем. Это помидор кончается. Ты взяла это? Давай, любей, нам на канал. Где тащить-то? Смотрите, там какая-то серая утка плывет. Кряква. Погнайте. Все, они, наверное, белые станут, да? Да, конечно. Такие хорошие. Помнишь, как утенок? Да. Вот тебе больше на гадкого утенка похожи. Вон те мелкие черные, чем вот эти. Ну все, пардон. Это утки, что ли? Вот как они вот, да? Вот черный клюв, серый пух. Побелеет, покраснеет. Да. Как цыплята у курей. Они же желтенькие рождаются. Откуда вы взялись здесь? Нос промывает. От нас. Куда собрался? Красоту. Концерт. Они потом улетят. Наверное. Шипит. Вот он, крючок. Рядом. Они, наверное, мелкой рыбы тоже китайские. Да, скорее всего, находят рыбки. Голову раз под воду. Не хорошо, шея. Что, идемте плавать? Да, идемте вместе. Пошли. Не здесь, найдем место. Где здесь плавать? Тут для лебедей место. Ты сами не будешь? Нет. Или прям сейчас. Держится, даже лапками не гребут. Просто висит на воде. Они сами, кстати, сюда прилетели. Они сюда прилетели и поселились, прикинь, здесь. Их не засаживали здесь специально. Да. Ну да, в Астрахани там на Лебедином озере высаживают именно. А зимой забирают. И они вроде говорят, даже в зиму не улетали, здесь были. А вода что-нибудь замерзает? Да, чуть-чуть замерзает там. Потом опять отмерзает. Все, пошлите, а то мы так целый день можем стоять здесь. Лебеди, пока. Идем дальше мы. Искать место, где можно искупаться. А что, она бешеная? Она бешеная. Да? Смотри, еще одна корова. Кого здесь только нет? И коровы, и птицы всякие. Смотрите, там какая-то будка на воде. Ловушка? Не знаю. На якорях, наверное. Там отдыхающих. Да это как жара наступила, так отдыхающих полно. Не, мы в том году гуляли вечером. Тоже Оля приезжала. Тоже стало бы народ. Вы здесь гуляли, что ли? Да, мы здесь гуляли, обходили. Искали, где носит помощь. Это когда в том году было? Угу. Купаться будете? Нет, там уже плохо будет, там тины там. Если здесь все купаются, значит там нельзя купаться нормально. Да. Да. А что подвинется? Вон, купайся, что там места еще мало. Вот. Там сядем вон подальше где-нибудь. Допустим, вот здесь хотя бы. Там утки мелкие, сейчас сниму. Смотрите, сазан. Там сядем, или карп.
Пыф. Тут как бы и в туалет, наверное, ходит, там валяется бумага. Давай, да тут все. Здесь все подряд. Давай. Как-то там едят. Да, прям тут в воде и мусор, короче, и тина. Чего здесь только нет. И деревья в воде растут. Мы же находили, помните, Настя голову, мы с Настей. Да, но это было вон на той стороне. На этой стороне было, не по этой стороне пришло. А, да? На той стороне не ходил, да. Да, точно. Там нету, видишь, там все деревья, там такое проходит. Что, мы оттуда сейчас будем туда выбирать? Здесь тина тоже. Тут сразу глубина и тина. Короче, его вычищать надо полностью. Да вот здесь нормально, мне кажется, купаться даже можно. Да? Вот, вот видишь, где камушки? Да, дорожка, видишь, дорожка с камушек. Вот здесь так окунуться и все. Они здесь везде, я и тут не буду. Я буду, вы как хотите. Остаемся? Я пошел здесь. Короче, испытание. Нового озера. Первое. Мною. Блин, а вода вообще кипяток. Кипяток? Да. Деревьями. О, видите. Где? Лёнь, давай мы пойдем сейчас на озеро съездим. Давайте. Мы уже на озере. Ну мы на то съездим. Там как бы, ну, почище. Ну правда, тут совсем вот эта муть. Нет, не надо, все, ну его в бане, не ходи. Не, не, ну, зайти, мальчик. Совсем муть, сейчас мы туда съездим. Нет, не намного купайся. Теплее вода. Да. Нет. Намного теплее. Отойдите там камеру снимай. Где? Не сломайте камеру. Она уже сняла. Уже вас сняла. Меня. Давай, ныряй. Лови нам, красиво. Намного теплее вода. Балдёк. А течения вообще нет, ну, да? Есть течение. Не сносит вообще. Смотри, ты стоишь, и возле тебя там мальчик. Иди, ты что-нибудь ешь, я назад не понесу. Да, Бог, ныряю. Ныряй. Это вода прям вообще, ну, градусов 25. Дай руку, эй. Градусов 25 вода. И дно, кстати, нормальное. Не ступай на эту палку. Не знаю, искупались бы, чего? Им переодеться негде. Ну и чего, мне тоже негде. Все, посидели, покупались, перекусили, идем дальше. Я страховки не надела, люди, подожди. Короче, я пошел. Вот здесь тоже так же, смотри. Можно купаться. А вот здесь уже нет. Тина. Тоже нормально купаться. Даже лучше, чем там, где мы были. Здесь невозможно купаться. Здесь тоже. Только рыбу ловить.
Ну, здесь, в принципе, тоже можно чуть обойти. Не, вот здесь вот можно, вот смотри, вот так раз и купайся. А, там дальше тоже водость. Тут рыболовы. Хотя здесь тоже можно купаться. Здесь тоже нормально. В общем, в 10 местах можно плавать на этой стороне. На той не знаю. Это ленёк, да? Да. Смотрите, как. Такой. Не очень мелкий, не очень, ну, средний, короче, ленёк. Утки. Утки. Смотри, там одна с белым клювом и такая обычная кряква. Короче, правильно сделали, что он там искупался. Здесь как-то не очень. Да, здесь не очень. Там лучше было. Ну вот, видишь, мы увидели, что ленька здесь можно поймать. А? Нет, здесь легче. Здесь полегче. Вот у нас первая набережная. Скейт-парк. Кто может, кто хочет по ступенькам, кто хочет так. Это... Может, там сделают? Что такое? Иди по ступенькам, что ты бежишь-то? Ступеньки наклонены вверх, короче. Так, у кого там скейт в рюкзаке? Доставай. Вот здесь, смотри, вот его, по-моему, здесь вот сбрасывают. Кого? С нового озера воду. Наверное, в подкумок. Вот, по-моему, 100 лет уже не сбрасывали, что-то он там весь зарос. Сливают, когда чистят там или что-нибудь.
Вы там идите. Я просто это, для видео хочу здесь пройти. Пока народу никого нет. Посмотрите, как здесь вообще. Качество. Качество вот уже. Видите, какое? Лопина пошла. Некоммерческая благотворительная организация. Вот тоже трещина пошла. Ну, в том году, по-моему, ее открыли. Смотри, как они железку лесопедами сточили. Видишь? Опа! Под кумок. Река под кумок. Вот река под кумок. Скалолаз. Чего скрипят так? Чего скрипят? Одна кривая, две прямые. Чего нет? Я поработал. А чё? Так, кто там у вас? 90 килограмм весит? Ух, там резинки даже есть. Внизу. Доставай ракетки, сейчас будем настольный теннис играть. Я уже лет 10 не играл. Это для скалолаза не этот? А ты откуда знаешь? Я-то не знаю нифига, а ты откуда знаешь? Скалодрот называется. Сколько метров? А фиг узнает. Три этажа, наверное. Да не... Ну а что? Ня! Там веревку натягиваю. Один. А, молодежный зап. От туи. Ну-ка, используют их как мусорку или нет? Точно. Я же говорю, их как мусорки будут использовать. А для они... чего это? Ну это кашпо. Цветки. Для цветов. Да, да. А так и ничего не посадили. Да. И все используют как для мусорки. Цветки, деревья, что хочешь сажать. Ничего так и не сделали. Хотя рядом мусорник, но все равно надо обязательно сюда кинуть. Вон они, все полные там. Бычки там квашеные.
Маленько, смотри, восьмерка где, далеко? Восьмерка далеко? Посмотри в интернете. Вот мы приближаемся к въезду в Кисловодск. Здесь это футбольные поля. Там вон скульптура футболисты. Зеленая. Да, тенька здесь маловато, конечно. Здесь бы надо такие. Ну, в принципе, его деревья подросли уже за год. В принципе. Еще лет 5, и уже тень будет создавать. Вот труба. Даже, смотрите, чтобы по ней не ходили. Препятствия приварили. Чтобы никто не ходил по трубе. Но все равно ходит. Видно его. Протоптали трубу. Заброшенная часовня возле поста ДПС, тоже заброшенного. Первая набережная. Вот мы и дошли до въезда в Кисловодск от горы Кольцо. Самокаты здесь тоже, куда же без них. Еще так много, главное. Кыргызстанских ребят. Все, мы пришли. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Отключаюсь.